Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Юрский мир. Так, ну-ка, что у нас тут за яйцо созрело? И это у нас кулазух. Так, мы его забираем. Помещаем. Так, кстати, мы с тобой сможем кулазуха прокачать аж до 30 уровня. Ну что ж, давай. А, долларов у нас, наверное, бакинских не хватит. Требуется инкубатор. А знаешь, почему требуется инкубатор? Потому что у меня там завис. Да, у меня там завис динозавр, которого я тоже, ребята, перевожу по эволюции. И это... Блин, а кто это у нас? Так, сейчас посмотрим. Так, это не здесь, да? Тут 36 минут подождать. Тут один день, тут еще 2 дня. Ну, в принципе, скоро, друзья мои, у нас станет намного больше легендарных динозавров. Так, здесь, наверное, я еще одного кулазуха. Блин, 50 долларов, говорят, нужно для того, чтобы вывести. Так, здесь включить или нет? 156 голды. Я вот и думаю, ребята, куда я все золото сфейлил? Да вот туда вот. Так, здесь забираем деньжата. Здесь туда, получается, тоже заберем. Так, подожди, я не могу вспомнить, кто же у меня там стоит на эволюции. Мало того, что я не могу вспомнить, я не могу еще понять, где это посмотреть. Ладно, заберем свои награды, собрали мы еду. Так, дальше. Откройте наборы карточки, используйте ускорение. Какие ускорения? Так, собрать моды. Собрать моды? Ага, ну давай. Я за, например, за ДНК соберу какие-нибудь моды. Там одну штуку, да, нужно было собрать. Крутим. Блин, хотелось бы получить пак. Ну, шиш тебе, не пак. Заряд адреналина мы с тобой зарабатываем. И, как ты видишь, задание выполнено. Так, 32 уровень, ребята, корячится у нас. Используйте... Что за 3 ускорения? Это моды или что? Так, ладно, не до модов. Сейчас, на самом деле, нам нужно с тобой вот это вот пройти. Битву, VIP-доступ, естественно. Так, смотрим, ребята, у нас... Вот, кстати, птеродактиля я вывел. Это первый, наверное, легендарный динозавр, который вывелся за, по-моему, 1 час или 3 часа, я уже не помню. Но он быстро очень появился у меня. Значит так, против хищника мы с тобой сразу же берем... Ну, дозуха я, кстати, тоже прокачал довольно неплохо. Он 30 уровня. Сейчас он жаривает только шорох. Но я все-таки возьму, наверное, кулазуха. Здесь возьмем кулазуха. Против деморфодона мы возьмем, естественно, кого-нибудь... Так, можно взять диплодок. Я думаю, здесь диплодок сойдет. А вот против диметродона надо будет брать... Нондазуха. Поехали. Почему-то мне кажется, что здесь мы с тобой справимся вообще идеальненько. Потому что это, во-первых, первый бой из трех, да? Там 3 поединка надо будет. Так. Серьезная такая заявочка, так смотри. Но я все-таки, наверное, возьму бонус. Я беру бонус. Я знаю, ребят, я рискую. Я знаю, что он может 2 атаки мне... Ну, шлепок, а. Ну, естественно, диплодоку здесь делать нечего. Это понятное дело, ребят. Поэтому берем нашего Нондазуха и впечатываем ему. Так. Ну и что ты теперь сделаешь? Хлыщ. 2 атаки. Ой-ой-ой, как больно. Блин, мне кажется, здесь я не выиграю. Так, ладно, ему надо сделать 1 атаку. И вот так вот. Следующий будет кто там? Летунок, по-моему, да? Оу, с его атакой. С его атакой он меня завалит сейчас. Фига себе, 338. Что-то я, по-моему, погорячился, да, получается, ребят? Ну, я его, конечно, здесь уничтожу, но следующий...
Димитродон этот меня просто ушатает. 350 к урону. Ну все, мне крышка. Здесь бы я в любом случае не смог бы никак противостоять. А знаешь почему? Потому что я пожадничал. Вот не зря говорят, скупой платит дважды. Я пожадничал, и вот тебе результат. Думал, вот, надо поменьше, да попроще, чтобы здесь в первой битве подраться, потом будет что-нибудь посложнее, надо... Короче, фигня полная все это. Поэтому выбираем с тобой следующим образом. Ну, Назух, ты уж извини, придется тебе вернуть. Дальше мы берем с тобой вот этого эрликозавра. Против вот этого мы возьмем с тобой, ну, можно взять Тирекса. Или велосараптора. Нет, велосараптора не хочу брать. Где у нас этот? Кулазук что-то вообще как-то так отстает у нас. Ну, я возьму его. Ну, все, давай проверять. Я надеюсь, на этот раз у нас получится все. Хочется верить, конечно. Так, 171 атака у нас. Так, если он даже поменяет, ничего страшного, да? Смотри, смотри, что делает, да? Так, нанес мне две атаки. Раз, два. Приходится сливать все, ребят, в атаку. Так, летающий прилетел. Но здесь ему сколько? Одну атаку надо будет сделать, да? Одну атаку. Сейчас посмотрим, сколько нужно сделать нам атак. У него 590 хп. Ага, раз, два, три. Поехали. Все, ему крышка. И выходит Димитродон. Неужели все сольет в атаку, а? Ха-ха, прикинь. То есть не пожалел он этого своего же динозавра. Ребята, а вот мне будет очень сложно. Так. 117. То есть мне нужно в любом случае взять одну защиту. А он все слил, да? Фу, как же сделать-то здесь лучше, а? Наверное, сделать лучше, наверное, вот так. Раз, два. Раз, два. Не дай бог все в атаку. Да ты заколебал, а? Ну вот серьезно, блин, ну. Твою дивизию, блин. Он все в атаку, ребят, заслил, понимаешь? Я думал, сейчас одну атаку сделает и пойдет набирать себе бонусы на очки. Ну фиг там. Ничего он этого не стал делать. Так он меня заколебал. Давай еще разок, короче. Ну, Дазух, выходи. Уже дело принципа. Вот серьезно тебе говорю, это уже дело принципа. Делаем так. А, нехватка, все, я понял. То есть я не смогу взять, да, себе? Ладно, возьмем тогда вот так. И возьму тиранозавра. Он просто меня достал. Вот серьезно тебе говорю, заколебал. Сейчас его разору тут в хламину просто. Так, поехали. Я знаю, сейчас будет атаковать. Меняет динозавра, ё-моё. Даже так. Ну, хорошо, хлыщ. Ты напросился. Ну что, две атаки? Пока. Так, выходит 189 к урону. Но он меня не пробьет. Он замучится пыль глотать, меня здесь убивать. А вот мы-то по нему сейчас вжарим. О, тут одной атаки достаточно, да? Одной атаки и две защиты. Обалденный птеродактиль. Я не ожидал от него такого, ребята. Вот серьезно говорю.
что он настолько будет мощный. Так, у меня есть одна защита, так что смотрим. Я тебя понял, парень. Я тебя понял. Вперед в атаку, ребят. Все, гудбай. Вот надо было так сразу сделать. Я просто не ожидал, что птеродактиль настолько силен. Даже против хищника. Ну, ты сам видишь, эффект очень даже превзошел сам себя. Так, это мы с тобой первый поединок сыграли. Слушай, меня достал этот код 19, всерьез не говорю. Через каждый поединок, через каждое мое какое-либо действие этот код 19 вылетает. О, он бедный запарился, наверное, там, ребята, отбиваться уже от всех. Так, откройте набор карточек, это все потом. У нас VIP поединок, последний. Смотрим. Ядрен ты, матрен ты, посмотри. Так, я даже как-то не знаю, что сделать. Просто дар речи потерял. Ну, против него, ребят, понятное дело, здесь можно взять этого. Против унайзавра можно взять. Так, алангозавра можно взять. Ну, давай попробуем алангозавра взять. А у вас против димитродона. Опять же, нундазуха. Так у меня не хватит этих. Не хватит долларов, ребята, чтобы нундазуха взять. Велосираптора взять. Аэротитана, да, но аэротитана, смешишь меня, что ли? Кулазух, сколько ты там? Давай тебя возьмем. Но правда против димитродона это. Тихо. Чуть было опять, ребят, не поспешил. Ладно, рискнем. Рискнем с тобой провернуть все это дело. Так, ну что, у нас атака просто зашкаливает. Берем с тобой доп. Что ты будешь делать? Даже менять не стал. Ну что, уничтожаем его, да? Раз, два. И возьму, наверное, я бонус. Так, Терезинозавр покончик. Так, унайзавр бомбит. Не боится ничего, да? Ну что, друзья мои, сколько ему нужно нанести? Так, две атаки. Так, а он всего один удар сделал, да? Один. Значит, у него защита. Ну, я так и думал, но это не поможет ему, а? А вот и димитродон. Ему надо нанести одну атаку всего лишь, мне. А он проводит две. Ой, братюня, ты в курсе, что тебе хана сейчас будет, а? Или не будет? Давай проверим, сколько мы нанесем. Если... Ага, пробить не сможем, да? Или сможем? Смогли. Все, друзья мои, получаем с вами карточку. Карточку получаем. Но зато я всех драконов отыграл. То есть теперь мне даже неким прикрыться на той же самой ПВПшке или еще где-нибудь. Да ты достал, ну что ты со своим кодом этим. Так, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Кратер славы и Аланка. Вот всю жизнь мечтал получить именно Аланочку. Да. Ну что, VIP прошли. Дальше что у нас тут? Забираем свои награды. Купить и разместить тройной. Так, через 4 часа поставится этот отель у нас. Тут что у нас такое? Кратер славой. Разместить. 5% идет, да? Вот здесь ему будет самое то место. Пойдет прибавочка по финансам. И мы с тобой получаем 32 уровень, ребята. Кратер славой и плюс расширение территории нам доступно. И дают пак. Опять же гейзер. Как-то так. Ну что, давай, наверное, поставим с тобой гейзер.
А гейзер мало нам дает бонусов, если честно. Ну, пускай он там стоит. Так, тут забрали. Примите участие в PvP-сражениях на любой арене. Используйте в сражении 3 разных класса динозавров. Наземные 2 раза. И покормите не менее 4. Блин, покормить. Точно, как же я забыл, ребят, покормить моих динозавров. Только бы найти, кто нуждается в кормежке. Есть кто нуждается в кормежке? Отзовись, хлопцы. Да не может быть, чтобы все были сыты, а? Да, похоже, все сытые, друзья. Кстати, вот этих тоже можно... А, нет, нельзя. Ошибочка, ребята. Тирана-титан. Блин, тут-то что у нас? Сколько там еще ждать? Подожди, а как мне посмотреть, друзья, лабораторию войти? Сколько там ждать еще? А, результат уже можно посмотреть. Забираем. Так, это, ребята, топижары. Так, 31 уровень. Максималка, 40-й. Слияние, с кем он может? Так, это что за динозавр-то? Это монолофозавр. Но такого у меня нету. Ну, слава богу, что топижар хотя бы стал 40 уровня. Это уже радует. Так, продолжаем. А, мы же можем с тобой поставить. А тут все забито. 20 минут, да фиг с ним, давай. Забираем тебя. Поместить. Покормить. И начать эволюцию, да? Старт. 29 минут. Ну вот и пускай там сидит 29 минут. Сколько еще нужно покормить мне? Еще одного динозавра. Да ё-моё, ну... Ну вот кого тут... Кого ты тут покормишь, если они все, ребят, сытые, блин. А? Ну чё? А, погоди-ка. Хотя я здесь тоже прокачал в воде. Ну-ка, посмотрим. Ну, здесь, по-моему, тоже все у меня сытые. Черепах. Да, они все. Ладно, не судьба. Пока в данный момент ничего сделать. Если только вывести кого-нибудь, какого-нибудь быстренького динозавра, вообще, который моментально. Ну, это, например, можно Аланку, да? За 4 доллара. Ну, придется сделать так, хотя бы, ребята, чтобы покормить. Так, помещаем Аланку и кормим. Так, все, задание выполнено. Успокаиваемся. Забираем нашу награду. Так, используйте в сражении 3 разных класса динозавров наземные. Ну и PvP, арена, любое событие. И это хорошо, любой, значит, мы пойдем с тобой. Подожди. А там у нас еще вот это вот. Купите билеты на розыгрыш призов. Ну, здесь можно через видосик, в принципе, сделать. Но сначала PvP сражение. Так. А, причем написали на любой арене, да? То есть я могу... Водный с модами. Ну, мне лучше, наверное, на земке играть. Так, берем топижару. Берем велосираптора и стегозавра. Поехали. Кто нам здесь выпадет, кто достанется, сейчас посмотрим. Как хорошо-то под топижару, ребят, прям попало, а? Прям под первый удар. Красота. Ну что, ребят, сразу в атаку. 200 урона нанесем, и будет шикарно. Или он сменит. Ха, жучара сменил, да? Так, он взял хищника.
Ну, мы тогда с тобой тоже меняем на велоцираптора и сделаем с тобой бонус. Так, что мы будем делать? Менять или атаковать? Меняет. Окей. Ваш ход. Меняем с тобой на топижеру. И, друзья мои, атакую по полной программе, потому что он все сливает в очки. Ах ты жук навозный. Ошибочка вышла. Но в любом случае, если он даже сейчас наберет... Нет, не наберет. То есть он будет менять. Меняет, плюс у него 2 очка действия остается. В атаку. Потом он идет на слив. Объясни мне другую вещь. Зачем я взял стегозавра? Что-то как-то я не догоняю маленько. Так, ну ты хлыщ напросился. Так, мы его сможем прожачить, прожучить. Раз, два, три. Вот и все. Адьюс, амиго. Затрепыхался. Так, ну этому придется потратить 2 атаки. Одного не понимаю, зачем я стегу сюда взял? Так, ребята, 2 атаки он наносит. Велоцираптор его, естественно, сейчас разрывает в мясо. Так, он 2 атаки сделал. В мясо. Это издевательство, что ли? Какое мясо? Так, и последнее у него остается. Это тиранозавр мод 2. Ну что, он меня ушатывает. И ушатывает, причем с 3 ударов. А ты в курсе, что я вот этим ничего сделать не смогу? Да, ребята. Ничегошеньки сделать не смогу. Раз, два. Раз, два. Угу, 264. Все. Крышка мне, ребята. Ну, главное участие тут. Да не ори ты уже, паршивец. Так мало, всего лишь 1700 урона нанес. Какой-то дрещевый этот тиранозавр на самом деле. Ладно, фиг с ним. Надеюсь, я сделал. Да, я сделал, ребята, задание. Забираем награду. Куда ты меня кидаешь-то? Ох, ты даже все выполнили, ну-ка. Открываем карточку. $30 и тропический. Короче, мне не дали, ребята, никакого динозавра. Сказали, перебьешься. Слишком шикарно тебе и так. И все. А я рассчитывал. И так рассчитывал. Так, я выполнил все ежедневки, друзья, все. Так, что у нас по схваткам? События, есть что-нибудь новенькое? Так, только для обычных. Это захавчик. Подводный мир. Плюс только хищники. Только хищники. Ну-ка да глянем. Открыть. Стоп. То есть вы хотите сказать, что я должен против водных драться хищниками? Вы, блин, сейчас прикалываетесь опять, да? Вот это вот как, ребята, понимать? Это же вообще несправедливо. 86. Ладно, я возьму защиту. Точнее, бонус. Он будет атаковать, да? Ха. Ну что, рискуем? Раз, два, три. Обалденный риск. Все, сфейлились, ребята.
две атаки наносит. А, одну? Тогда нормуль. Тогда живем. Все. Это у нас Лимнос Целис. Вот так он выглядит при 40-м походу дела уровне. Так, нам нужно еще сколько там? Два поединка, да? Сыграть или один? Ну давай, давай, ДНК, это все понятно. Еще, еще, ребята, два. Ну, ладушки, тогда нам надо опять кого-то откатывать. Кого? Слушай, если я возьму Гуаньлуня и Пирораптора. Блин, против, конечно, Карпа... А, он обычный. Карпазух здесь обычный, я только сейчас понял. Если бы он был бы редким, то нам бы был здесь... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это... дерьмо. Что я буду здесь делать? Я не знаю, ребят. Так, он тоже начинает копить. Он копит себе. Угу. Все, расписал меня. Я офигею, у нас урон. Так, Карпазух, давай выходи. Все 60, 180 и еще, да, все, крышка нам. И, да, эти динозавры вообще вата. Никуда не годится. Ну что, берем с тобой опять же легендарных, откатываем их за финансы. Так, сколько ты у нас? $25 на откатике. Велоцираптор. А этот 40. Давай вот так вот сделаем. Поехали. Так, 122, да? На 183. То есть одного удара будет достаточно, чтобы его смести. Иди отсюда. Так, Карпазух. Ну, ему здесь ничего не светит. Вообще. Сделаем вот так вот. Не пробьешь ты меня, не пробьешь. Даже не думай об этом. А вот я тебе сейчас так влеплю, что долго помнить будешь. 1643, все, ребят. Но поединок-то еще один остается. Как ни странно. И никуда ты от него не денешься. Придется драться. Так, ладно, ДНК, это все понятно. Покажите мне, пожалуйста, кто у нас тут будет. Слушай, ну тут Кулазух и Стега. Слушай, а почему я Офиакадону не прокачал, а? Скажи-ка мне на милость. Так, я думаю, что этого будет одного достаточно. И просто в довесок возьмем с тобой Дилофазавра. Да, можно вот так вот сделать и вот так. Почему именно таким образом? Ребята, Дилофазавра не жалко отдать на растерзание для того, чтобы он смог набирать мне бонус. Бонусные очки. Понимаешь, да? А, раз, два. Три. То есть я его просто отдаю на корм. Одна так это мало. Слушай, я, наверное, сейчас его сам тут распетрушу, если честно. Хе-хе-хе. Смотри. А, нет, не получится. О, щит. Как так-то? Так, ну тут стегоцефал, тут понятно все, да? Одну атаку сделает сейчас.
Ну и мы, я не знаю, одна, у него остается 3 в запасе. То есть мне достаточно по нему одну попасть, и все, ему крышка. Пшел он. Все, друзья мои, победили. Баксы тратим просто офигеть как. Доллары здесь вообще ничего не значит. Чтобы откат сделать или еще что-нибудь, да, как-то помочь, приходится вот транжирить. Ну что, давай смотреть. 200 долларов. Друзья мои, ну что, Капразух. Это новый динозавр. У меня такого не было. И я очень рад. Открытая награда. У вас теперь есть Капразух. На рынке он доступен. Это водяной, ну как, это рептилия. Так, схватка уровня 32. Ох ты мой хорошенький. Так, ну что ж, давай. Берем тиранозавра. А здесь возьмем эрликозавра. А вот и все, ребята. Раз, два. И так, просто для вида, трицератопса. Я просто хочу пройти эту схватку. Дергается, дергается. Что ты дергаешься-то? 66 к атаке. Смех. Ну и что тут? Ну что ты сейчас сделаешь, парень? Ну что ты там? Ну что ты дергаешься? Ну не дергайся, парень, не дергайся. Все, иди к ядрене фене. Отдохни. Колобаринг. Ну что, ты будешь все в атаку сливать, да, парень? Ну, почти. Ой, одной заходкой, как говорится, мы всех уничтожаем. Поехали. Тебе не поможет. Даже не думай об этом. Вот и весь тебе колобарин. То есть из вот этих слабых лучше всего все-таки делать гибридов. Потому что сами по себе они не, вообще ничто, скажем так. Ну что, я... прошел, 2000 ДНК получил. И двигаемся дальше. Так, подожди, а куда я вип-то? Вип у меня все. Тут можно забрать награды. Так. Выведите 10 легендарных существ. Конечно, хотелось бы получить еще Джиггернаута, но 16 тысяч супер ДНК получить — это проблема. Кого мы с тобой можем вывести? Давай посмотрим. А, вот, друзья мои, кстати, новая легендарная карта, которая у меня появилась, это Келенкен. Я не знаю, что за Келенкен, и выводиться будет 6 дней 23 часа. Почему-то здесь он не выглядит как цыпленочек, которого показали мне изначально. Здесь выглядит вполне естественной птицей, причем он травоядный, по-моему, да? Это травоядная у нас... птичка. Так, ладно, что у нас еще есть? Давай глянем. Так, PvP не хочу. Да чтоб тебя. По событиям. Так, только для обычных, без ограничений. Но здесь, ребят... хотя... погоди. Блин, 100 тысяч стоит. Я офигею. Так, ну что, здесь можно попробовать, наверное, так сделать. Блин, вот нет у меня, не вывел в свое время тогда. И все, теперь, ребят, страдаем. Надо выводить вот этого динозавра, который имеет вот эти вот волны. Значок волн, потому что нам бы сказали рифы, песок, что там еще. Так. Артакантус. Ну, я думаю, что мы здесь с тобой просто с одного удара этого чувачка снесем. Докозавра. На дно пошел, да? Дункиастей. Что-то знакомое такое, Дункиастей. Ну, ты посмотри, сколько у нас здоровья. Ему просто нас не пробить будет. А вот мы его сейчас... одного удара этого будет достаточно, чтобы взять мне еще и бонус. На! Так, а это что там за ситрина сейчас выйдет? О! Ризот.
Сейчас мы будем из этого ризотто делать ризотто. 67 к атаке, смех на палке. Ну что, влупляем, ребят, по полной программе, да? Ничего не стесняясь. На-ка. Нам полтора куска влепили ему. А рыбка-то с виду-то обычная, да? Ну, не такая уж простенькая. Ну все, 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 хорош дергаться-то. Так сейчас будешь тут свои выкрутасы мне показывать полдня. Так, а сколько там еще нужно подраться? А, все, один бой. Ой, как хорошо. Дайте мне какую-то. Дайте нормальную, нормальную. Прошу, 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 дайте легу, легу. Оу. Так, ну-ка. Так, так. Да вы серьезно? Ну какого хрена вы суете в эти водоплавающих драконов травоядника? Ну это, ребята, ну несправедливо, я считаю. Это несправедливо сейчас было. Ну, ты посмотри, тут все, все у нас водяные. Нет, они туда вставили травоядник. Ну бесит. Вот такая вот несправедливость бесит. Так, что у нас тут, схватка чемпионов? Так, у нас остается только лишь одно. Для обычных драка. Захавчик. Ой, как хорошо, ты смотри. Опа. Слушай, в принципе, должны справиться, да? С тобой вот этими аргентинозаврами. А, это у нас бронетозавр. Ну что, влупим? Конечно, влупим. На. У него всего лишь 46 к атаке. Он не пробьет меня вообще никаким образом. А я ему... А я ему сейчас две плюшки-то влуплю. Правда, он защиту наверняка поставил. Вот 100% я говорю, что он влепил защиту. Нет, значит бонусы. Значит, клепает бонусы для своего второго Гацигаптерикса. Три. Вырубит, ребята, если он сейчас все три атаки. Ага, не стал тратить почему-то. Значит, взял, скорее всего, две защиты, да? А если две защиты, значит, мы с тобой влупляем три атаки. Так, у него нет бонусов. И сейчас смотрим, что он делает. Я понял, решил меня уничтожить. Ну что, аргентинозавр, твой выход. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы его стереть с лица земли. На, гаденыш. А чтобы не выпендривался, вот так вот я скажу. Нашел тут теплое гнездышко, приземлился, присел, да? Думает, что все будет ему так легко и просто. Дудки! Никаких тебе легко и просто. Так, друзья мои, у нас очередная битва. И здесь... Здесь травоядники. Слушай, нужен хищник. Нам нужен с тобой... Я думаю, что этого будет достаточно. Плюс, если сюда возьму... Ну, давай майонгаза... Тихо ты. Вот так вот сделаем с тобой. И старт. Слава богу, здесь не берут никакие ни деньги, ни доллары, ни еду. Так, ну, что у нас тут? 37 к атаке. Смех, смех. Расписываем, ребята, этого. Это же у нас кто? Стегозавр получается, да? А, нет, это тот зянгозавр. А что он там делает? Бонусы берет себе? Я тоже возьму бонусы. Я тоже хочу бить его бонусами. Так, интересно, он пробьет с трех атак? Не пробил. А если не пробил, то ты, значит, дебил. Вот и все. Раз. Двух атак ему будет достаточно. И берем с тобой две защитки плюс бонус. Ну давай, выходи, партизан. Если он все слиет в атаку, а он ничего не стал делать, тогда ему крышка, ребят. Ведь крышка же. Да. Пока. Тут на изи. Какой-то ничтожный майонгозавр, ребята, завалил двух тодзиангозавров. Вот так вот. Знай наших, как говорится. Ну что, последний поединочек у нас там с тобой остается.
И мы смотрим, кто тут у нас. Ага, летун. Против летуна нам нужно взять... Будет трицератопс. Так, а против аргентинозавра пойдет... Гуань-лунь. За глаза нам его хватит. Поехали. Так, 105 к атаке. Угу. Берем бонус. Так, что мы делать? Менять, что ли? А смысл? Смысл в твоем вот этом обмене я не вижу. Еще и ударил. Вот это сверхборзость, кстати. А знаешь, почему я называю это сверхборзость? Потому что я его сейчас ушатаю. Раз, два. Иди отсюда. Так, вызывай своего этого Колобуринха. Что ты тут кричишь-то? Тебе сейчас такая же крышка придет, как и твоему корешу, который только что отдуплился. Вот и напросился, короче, а? Сыч моржовый. Все, лети, птичка. Ну что, друзья, вы сами видите, да? Сами понимаете, что победа за нами. И мы теперь получаем с тобой целый пак еды. У нас же с тобой хавчика не хватает. Вот сейчас мы его и получим. По 34 тысячи. Замечательно. Плюс 260 очков доверий. Ну, как-то так, ребята. Все, все события сегодня пройдены. ПВПшку немножко поиграли, ВИП прошли. Надо будет как-то на босс-события сходить. Надо как-то сделать. Так, здесь у нас тоже наградушки. Ну и остается подождать, когда у нас построится тройная корона. А, мы еще с тобой билеты не купили. За видосик, да? Ну, по идее, должны засчитать. Да, друзья мои? 25 очков доверия и 25 ДНК. Все, друзья мои. Позвольте мне откланяться и на этом завершить эту серию. Всем удачи и пока.